Вот она, в роли просто купальщица. Да, вообще, если посмотреть на работы э, Ренуара конца 60-х годов, практически с каждой из них на нас смотрит вот эта э, очаровательная барышня. Очаровательная барышня. Более того, совсем недавно была открыта тайна еще одной работы Ренуара. Э, в одном из немецких музеев, если я не ошибаюсь, э, в Пельне. Хранится эта картина. Картина называется «Пара» или же «Обручённые», и долгое время считалось, что это портрет знаменитого художника Альфреда Сислея и его жены Марии Срав сравнительно недавно выяснилось, что вместе с Сеслеем изображена отнюдь не его жена, а именно Лиза Трео. Именно подруга и возлюбленная Ренуара. И Действительно, она была идеальной для него моделью. Она была для него идеальной. Вот в тех картинах, которые я вам показал, пытаясь нащупать какие-то сюжеты, какие-то образы, которые сделали бы его популярным и в конце концов принесли бы ему достаточные деньги, он пишет ту же самую Лизу в образе алжирской женщины, адалиски. Тогда вот эта тема ориентализм была очень модна во Франции. И посмотрите, как вот в этой работе уже видно, что стилистика Ренуара немножко меняется, появляются совершенно новые нотки. И, конечно же, поговаривали о том, что эта картина ну, не вполне оригинальная, что она написана под, однозначно совершенно под влиянием работы Жены де Лакруа, который был тогда модным очень под названием «Женщины Алжира», но тем не менее, в 1870 году, то есть прошло несколько лет, они прожи... просуществовали рядом, э, у, э, у них рождается дочка Жанна Маргерит, но Ренуар отказался признать свое отцовство официально. Отказавшись признать свое отцовство, в 1870 году он уходит, был призван в армию, потому что франко-прусская война, и в марте 1971 года вернулся в Париж. Этих полутора лет, или там чуть меньше, оказалось достаточно для того, чтобы Лиза о нем подзабыла. А может быть, просто обиделась на то, что отказался дочку признавать. И э, Ренуар, конечно же, переживает, и свои переживания он выражает вот в этой работе. Это последняя картина, на которой появляется Лиза Треот, тоже «Дама с зонтиком». И вот здесь, вот здесь уже Ренуар такой очень узнаваемый, ну для тех, кто знает его импрессионистический период. И посмотрите, он начал с «Дамы с зонтиком» и закончил ей же. И как изменилось... Стилистика Ренуара любопытно. Потом будут другие спутницы, потом э -э, ну это уже все будет потом с Лизой он больше встречаться не будет. Чтобы не сразу прощаться с Ренуаром, как я уже говорил, он до конца жизни писал прекрасных дам, молодых купальщиц, рассказывают, что как-то раз. К Ринуару, когда он уже был пожилым, когда он был мет метром, пришел очень красивый и совсем-совсем молодой человек, который незадолго до этого приехал э -э, в Париж из какого-то какого крошечного городка. Ренуар, конечно же, не запомнил но молодого человека запомнил, молодого человека звали Амедео Модильяни. Он только-только начинал тогда, до его знаменитых вот этих вот длинношеих женщин было еще очень далеко. А Ренуар был уже очень и очень пожилым человеком. Вот как раз как в это время он привязывал верев... веревкой кисточки к рукам, и он решил, что Модильяни пришел к нему за советом, показ... посмотрел на его работы, полистал рисунки и сказал, что вы неправильно пишете женщин. Женщин писать надо совсем не так. Когда вы пишете обнаженную женщину, вы должны как бы ласкать кисточкой ее обольстительное тело нежно-нежно водить кисточкой по холсту, как будто лаская. Модельяни не был готов к подобным рекомендациям. Вроде бы он вспылил и сказал, что я не собираюсь гладить кисточкой женские тела и ушел. Ренуар расстроился или не расстроился, Бог его знает. Может быть это очередная байка, но то, что Пьера Юст Ренуар именно так относился к своим холстам, это, это чистая правда. И работы его оказывали и продолжают оказывать очень большое влияние на зрителя, недаром именно вот этот. Портрет, эта обнаженная девушка оказалась в коллекции брата Сергея Щукина, Петра, который, в общем-то, коллекционировал совершенно иные вещи, всякие старенькие, старинные диковинки, все остальное. Но эта работа висела у него в спальне, он ее просто, просто обожал. Ну, коли уж речь зашла о э, Модельяне, то и о нем надо бы поговорить было, потому что, ну... Ну потрясающий совершенно персонаж. Когда смотришь на немногочисленные сохранившиеся фотографии, на которых изображен Амедео Модельяни, поражаешься, ну какой же он все-таки был стильный красавец. Несмотря на то, что жизнь он свою, как известно, прожил в достаточно стесненных обстоятельствах, он отличался каким-то каким-то естественным шиком. Вспоминали, как он заходил в знаменитое кафе Ротонда, пускай в потертом, но все-таки в пиджаке, шарф переброшен через плечо, от... тряся головой, откидывая с лба густых темных волос, он оглядывал людей, сидящих в Ротонде. Если видел каких-то интересных персонажей, подсаживался, начинал быстренько зарисовывать. Далеко не всем нравились его рисунки. Да практически никому не нравились. Множество ходит историй о непризнанном и непонятом модельяне. Ну, хотя бы такая, как-то раз он стопку своих рисунков предложил ну, какому-то торговцу, маршану. Тот отказался. Посмотрел, сказал, ну хорошо. И, взглянув еще раз внимательно на Модельяне, увидев, что тот одет достаточно бедно, да и выглядит не лучшим образом, он стал еще и еще сбивать цену. В конце концов, Модельяне взорвался, схватил эту кипу рисунков, отнес в уборную и прикрепил их там гвоздем к стене, говорит, ну, лучше уж так пускай ими пользуются, чем предлагают копейки. Да. Сейчас один такой рисунок стоит ну, полмиллиона долларов это совершенно точно может быть больше так вот как-то раз <coughs> мадеяяние по своему обыкновению зашел в ротонду и м -м, увидел увидел прекрасную прекрасную или нет но ну, по крайней мере очень впечатляющую царственную как говорил мадеяяние даму со своим спутником м -м, дама была в шляпке со страусиным пером это были Анна Ахматова и ее муж Николай Гумилев. Какая-то искра между ними проскочила. Дальше, а дальше начинается удивительная совершенно история. Дело в том, что кто-то говорит о том, что между Ахматовой и Гумилевым, Ахматовой и Мадельяне были очень близкие отношения. Кто-то говорит о том, что они были влюблены друг в друга платонически. Кто-то кто внимательно изучает, словно сканируя наследие Анны Ахматовой, пытаясь выискать какие-то строки, которые могли бы быть посвящены Модельяне. Гумилев увез Ахматову в Россию, потом она приехала еще в Париж, кто-то кто-то из авторов «Любящих сенсации» говорит о том, что Мадельяни регулярно писал ей страстные письма. Правда, писем этих живую никто не видел. И вообще это кажется маловероятным, потому что Мадельяни был прекрасным художником, но с эпистолярным жанром у него было не важнецкие дела обстояли. Это не Ван Гог, который оставил значительное наследие. Но вот ведь интересная штука. Сохранились какие-то обрывки истории, то, как Модельяни встречался с Ахматовой. Сохранились несколько рисунков, на которых изображена Ахматова. Один из них хранился у нее постоянно. Еще полтора десятка сгорели в Царском селе. Недавно обнаружили серию рисунков, на которых тоже вроде бы изображена она. И вроде бы они даже подлинные. Но с Модельяни очень сложно говорить о подлинности. На основании того, что на этих рисунках явно Ахматова изображена обнаженной, говорят о том, что у них были близкие отношения. В то же время сама Ахматова говорит, что э, говорила, что Мадельяне рисовал ее по памяти, она ему никогда не позировала. Но если вот этот рисунок, который вы видите сейчас на экране, по-прежнему вызывает сомнения в своей подлинности у специалистов по творчеству Модельяне, все-таки подделок очень и очень э, много, то вот этот рисунок никакого, никаких сомнений не вызывает, он хранился э, у Ахматовой. И вот ведь удивительная штука, и сама Анна Андреевна это тоже отмечала. Матильяне сделал этот быстрый, практически мгновенный набросок, но изображал он совсем юную, тонкую, хрупкую девушку. Еще не Анну Андреевну Ахматову, одну из величайших русских поэтесс. А при этом изобразил уже такую состоявшуюся, зрелую поэтессу. Что это такое? Это гений художника, который смог заглянуть через несколько десятилетий вперед. Опять-таки, когда смотришь на эту работу, ты видишь, что это всего несколько линий, но здесь и характер, и настроение, и ощущение. Недаром же Анна Ахматова опублика... именно этот рисунок выбрала для того, чтобы поместить его на обложку книги под названием «Бег времени». Недаром. Она очень трепетно к нему относилась. Рассказывают, что незадолго до, э, незадолго до смерти она отправилась, э, ну, чтобы там внести какие-то коррективы в свое завещание, и Провела у нотариуса около часа, выполняя различные формальности. Потом почувствовала себя неважно. Выйдя после всех операций на улицу, Анна Андреевна с тосткой сказала, о каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок моде, да уйти. Корнейчаковский вспоминал о ней, что не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее вечные спутники, шаль, подаренная Мариной Цветаевой, рисунок ее друга, моде, Перстень, полученный от э, покойного мужа до сих пор многие ломают голову были ли э, какие-то близкие отношения у Мадельяне с Ахматовой или же нет но рисунок остался остались и вопросы которые можно задавать по этому поводу несмотря на то что Ахматова уехала из Парижа с Мадельяне они больше никогда не встречались а Мадельяне недолго Кривал, потому что девушки вокруг него менялись постоянно, модели, певицы, еще кто-то. Все это происходило очень стремительно, вокруг него кипели самые настоящие страсти. Но с другой стороны, если говорить о страстях, то в первую очередь, наверное, имеет смысл вспомнить о Фриде Кала. Потому что вот уж чья жизнь была наполнена страстью. Вообще создается впечатление, что на протяжении всей своей жизни она писала собственные страдания и писала свою любовь. Свою счастливую, несчастную любовь. Ее называют гениальной художницей. Ее Её... кто-то говорит о том, что ну, это вообще какой-то обман, потому что ну разве же это можно называть серьезной живописью. Между тем, в мире она невероятно популярна, есть вполне официальный термин фридомания. Когда в прошлом году в Манеже открылась выставка ее работ, огромное количество молодых совсем барышень пришли туда, нарядившись. В костюм Фриды с цветами, нарисовав себе монобровь, и еще что-то. Она перестала быть чисто художественным явлением, стала таким элементом популярной культуры, если так можно сказать. А ведь интересно, она ведь могла никогда художницей-то и не стать. Она же стала художницей во многом благодаря трагедии, которую ей пришлось пережить. Когда в 18 лет она попала в страшнейшую аварию. На автобусе, когда ехала, ее внутренние органы, органы были практически проткнуты металлическим поручнем. На долгое время она оказалась в прикованной кровати и от безысходности, что ли, начала, начала рисовать. Отец для нее сделал специальную конструкцию, чтобы она могла этим заниматься. И настолько пристрастилась к этому, что и продолжила этим заниматься. Ее ранние портреты очень любопытны. Конечно же, на протяжении всей своей жизни, как, уж поскольку она анализировала свои страдания, она очень писала очень много автопортретов. И на первый взгляд они очень простые, ну кажутся, по крайней мере, такими, особенно ранние работы. Но потом ты смотришь и находишь какие-то очень интересные э, моменты. Ну вот, например, этот э, автопортрет. Обратите внимание на специфическую позу и на кисть ее руки. Она выглядит немножко странно и неестественно, но при этом, если почитать ее записки, становится ясно, что, будучи юной барышней, она очень увлекалась художниками итальянского возрождения. Ее любимым автором был Сандра Боттичелли. А если посмотреть на работы Боттичелли, то вот эта же самая рука, она и видна на самом деле. Когда Фриде было 22 года, она поступила стала получать образование, художественное образование, познакомилась с самым знаменитым художником Мексики Диего Риверой. Разница у них 20 лет была она, в него влюбилась, он, он ответил ей взаимностью, они поженились. В день свадьбы Диего гордо показал ей справку от врача, в которой следовало, что у него такое редкое заболевание, что он патологически не может хранить верность своей спутнице. Ему необходимо постоянно менять партнеров. Нет, ну на самом деле справка очень удобная, конечно, но несмотря на, вот, на все это, Фрида его обожала, она его принимала, таковым она им буквально болела. До сих пор многие спорят, стала ли бы она, вот где эм, заканчивается Фрида, такой художник самодеятельный, и где начинается Фрида, большой художник. Как на это повлиял Диего Ривера? Но как бы он на нее не влиял с точки зрения чисто технической, с точки зрения концептуальной, безусловно. Обычно же, когда говорят о муза художника, это, понятно, художник-мужчина, муза, женщина. Даже слово-то какого -то, для того, чтобы перевернуть это гендерно, слова никакого подходящего нет. Так вот, Диего стал не просто любовью, болезнью, но и вдохновляющим началом для, в творчестве Фрида. Недаром же она маниакально записывал у себя в дневнике то, что Диего начало, Диего строитель, Диего мой жених, Диего мой возлюбленный, мой муж, мой друг, моя мать, мой отец. Диего – это я, Диего – вселенная. Почему я говорю «мой Диего»? Он никогда не будет моим, он принадлежит только самому себе. Фрида мечтала о детях, но из-за травм, полученных во время аварии, она у нее не получалось э, не получалось выносить ребенка, она э, теряла детей, очень тяжело переживала это внутри себя, появлялись вот эти странные картины, странные в том плане, что до сих пор существует десятки различных трактовок каждого символа, символа изображенного здесь. Почему улитка? Улитка это тягостное время, или улитка это Диего, или, ну в общем, как ни смотри, но работа пронизана буквально болью. Точно так же, как и вот этот автопортрет под названием «Сломанная колонна». Постоянные боли в позвоночнике не давали ей спокойно жить она все время находилась на более утоляющих средствах, средствах попала в зависимость от них в какой-то степени. Диего же, он вроде был рядом, но в то же время он пользовался тем, что написано в его справке, изменял ей направо и налево, и Фрида все это прощала до тех пор, пока он не изменил ей с ее собственной сестрой. После этого под влиянием всех этих событий появилась вот эта вот жутковатая работа, которая называется «Всего лишь несколько царапин». Она была представлена на московской выставке и говорили о том, что изначально Фрида где-то прочитала в газете статью о том, как сутенер убил проститутку, заколол множество Хранений нанес, а когда его арестовали, сказал, говорит: ну а что такого там всего-то несколько царапин. Но на самом-то деле это история ее и Диего. При этом, несмотря на все это, все равно Диего всегда оставался главным человеком для нее. И можно увидеть на этом автопортрете, что портрет Диего у нее на лбу изображен. Интересно, что. В конце 30-х годов ее пригласил в Париж французский сюрреалист Андрей Бретон. Она приехала, ей очень не понравился Париж, не понравились художники, сохранились ее письма знакомым, в которых она весьма нелицеприятно и не всегда печатно высказывалась об этих французских художниках, которые не понимают, что делают вообще. И сначала на нее смотрели, как, ну, знаете, он вот такую вот говорящую обезьянку привезли. Ой, откуда ты из Южной Америки, женщина приехала, художница. Вот это все. Но достаточно быстро Фрида, не желая того, завоевала Париж. Она... Она оказалась на обложке журнала «Вог», для нее делала платье Эльзовские Скиапарелли. Она стала первой южноамериканской художницей, чья работа оказалась, оказалась в Лувре. До этого никто подобной чести не удостаивался, в том числе и ее невероятно популярный муж Диего. Фрида познакомилась в Париже с одним странным художником, который писал какие-то непонятные картины, но помимо этого еще то ли от нечего делать, то ли в попытках заработать, делал украшения. И он подарил ей серьги. Вы их можете увидеть сейчас и на фотографии и на одном из автопортретов Серьги в форме кистей э, рук. Фрида с ними не расставалась. Художника звали Пабло Пикасса. Вот уж персонаж, о взаимоотношениях которого с женщинами можно рассказывать очень и очень э, много. Он, он был невероятно любвеобилен. Он был запредельный, я бы даже сказал, любви обилен. Но обычно он растаптывал женщин, которые оказывались рядом с ним. Он их фактически уничтожал. И лишь только одна женщина смогла повлиять на него. Это была наша соотечественница Ольга Хохлова. Красавица танцовщица в балетах Дягилева. Она родилась в 1991 году в семье полковника царской армии, получила прекрасное образование, побывала в Париже, увлеклась балетом. Занятие это не слишком подходило девушке из приличного семейства. Но ну, а в трупе Дягилева оказалась благодаря своей, э, своей стате. А тут 1917 год, в Россию не вернешься, дочери полковника там делать было явно совершенно нечего. Она знакомится с Пикассо, Пикассо в нее влюбляется, а ей 26 лет. И она понимает, что карьера уже вроде бы заканчивается. А Пикассо влюблен настолько, что готов прямо жениться. Он знакомит ее с мамой со своей. Рассказывает, что матушка Пикассо сказала, «Бедная девочка, ты понятия не имеешь, на что обрекаешь себя. Будь я твоей подругой, то посоветовала бы не выходить за него ни под каким предлогом. Я не думаю, что с моим сыном, который озабочен только собой, может быть счастлива хоть одна женщина». Но она выходит за него замуж. Выходит замуж за Пикассо хулигана. У него уже за плечами розовый голубой период. Он уже прошел через кубизм. Он увлекался африканским искусством, сюрреализмом. Он Бунтарь, Банвиван, Шалопай. И вот эта вот нежная балерина, дочка полковника, она берет вот этого невероятно свободолюбивого художника и буквально по мановению волшебной палочки меняет его. Куда девается расщепление пространство картины на непонятные детали. Куда девается невероятное свободолюбие Пикассо? Куда? Бог его знает. Она говорит ему, я хочу, чтобы я могла узнать тебя на своих картинах. И вот появляются такие, фото, такие картины, как «Портрет Ольги в кресле». А они действительно женятся. Пикассо абсолютно уверен, что это любовь на всю жизнь. Он составляет брачный контракт по его, по его инициативе, в котором, из которого следует, что все картины Пабло Пикассо принадлежат им поровну. Ольга его словно, ну как, сделал, цивилизовала дикаря. Еще недавно он расхаживал в драной блузе, в плосатых вот этих вот майках и так далее, а вот он уже заказывает себе костюмы у парижских портных, вот золотая цепочка, вот в их доме появляются приличные гости, вот Ольга вводит его в аристократический фактически круг. Она любит дорогие наряды, икру, шампанское, у него появляются приличные заказчики, у них появляется сын Паула, Представить себе невозможно, что Пикассо, там 1905, 7 1910 годов, он становится трепетнейшим отцом. Он буквально там, каждую, каждый, каждый день по нескольку раз зарисовывает своего сына. Вот, допустим, на этом крошечном портрете портрет Паула в костюме Орликина 24 года стоит пометка не только конкретная дата, но и время, в которое было, была написана эта картина. И вообще стилистика Пикассо того времени достаточно сильно меняется, видите, он пишет абсолютно реалистично, особенно для себя, работы, но ему быстро эта ситуация надоедает. Ему кажется, что картин в неоклассическом стиле написано уже достаточно. Нужно двигаться дальше, нужно что-то менять. Ольга еще не верит в то, что сама по себе ситуация э, поменяется. Э, в середине 20-х они начинают ссориться все чаще и чаще. Пикассо обладал необузданным нравом. Он хватал Ольгу за волосы, пополу, таскал ее по полу гостиной. Совершенно точно известно об одном случае, но вроде бы их было намного больше. В какой-то момент, взорвав он все свои костюмы, фраки и прочее цивилизованную одежду, э, убрал в далекий сундук, переоделся обратно э, в такой вот ж, костюм настоящего жителя э, Монмартра э, и сказал, что до свидания. Больше не хочу впоследствии. Он вспоминал о том, что они с Ольгой были совсем разными людьми. Она любила чай, икру и пирожный, а я любил каталонские сосиски с фасолью. Вскоре на смену Ольги приходят сначала одна барышня, другая, третья и так далее, но Пикассо с Ольгой не разводится, потому что контракт заключен, а картины Пикассо стоят уже слишком дорого. В итоге Ольга прожила до 1955 года. Существует очень много мифов о ее последних годах. Кто-то говорит о том, что она практически сразу сошла с ума. Кто-то говорит о том, что она забрасывала Пикассо бесконечными, э, бесконечными э, письмами злыми, ездила за ним по стране, донимала, донимала его, донимала его женщин, рассказывают, ну, рассказывают что она бывала, встретит Пикассо, бежит за ним по улице, выкрикивает ругательства. Ну, в общем, конец ее был достаточно тяжелым, она пережила инсульт, была парализована, лишилась возможности, возможности ходить. По отношению со своими женщинами Пикассо был настоящим минотавром. Недаром этот образ так часто появляется у него в творчестве. Его внучка Марина Пикассо много достаточно писала о своем деде. И вот образ минотавра, он появляется в ее текстах. полный сил и надежд, молодые и красивые». Без страха заходили в пещеру к минотаврам, с которым отождествлял себя Пикасса, вернуться оттуда не получалось. Пикассо исчерпывал женщин до, дла, не, до дна, не оставляя после себя ничего на потом, и тем более для кого-то так бросают в выеденную раковину устрицы, обломки былого пиршества, и раздается хлопок, то ли равнодушный плеск воды, то ли пустой звук закрывшейся крышки рояля. Когда я меняю жену, прежнюю мне всегда хочется сжечь. Женщины существуют не для того, чтобы усложнять жизнь, говорил Пикассо. Вспоминаю, что он вообще, в принципе, никогда не интересовался судьбой тех, кто по тем или иным причинам имел несчастье или счастье оказаться с ним рядом. Он вычерпывал их до дна, он не просто вдохновлялся, он сжирал их. Касса был в достаточно теплых отношениях с Марком Шагалом, подначивал его все время, говорил: я знаю, почему ты никогда не ездишь в Советский Союз, потому что там денег не платят, намекая на то, что Марк Шагал был весьма таким финансово ориентированным что ли художником. Но при этом Марк Шагал это человек на долю которого выпал, наверное, величайшая счастье, которое только может пережить э -э -э, кто бы то ни было, на его долю выпала удивительная, светлая, вдохновляющая любовь. Любовь с первого взгляда. Об этом же тоже можно ну, либо помечтать, либо прочитать в каких-нибудь хороших и правильных книжках или увидеть в каком-нибудь дурацком фильме. Но... С ним же это действительно случилось. И Шагал, он же был не только блестящим художником, он был э, великолепным автором очень интересных текстов. И как трепетный трогательно описывает он первую встречу со своей возлюбленной, э, которая вскоре станет его женой. Когда Шагал, попытавшись поступить в Петербургское училище рисования барона Штиглица, потерпел там неудачу. В 1909 году он возвращается в Витебск, он абсолютно разрушен своей неудачей. Он знакомится с очаровательной барышней по имени Т. Брахман, которая... Ну, которая такая эмансипе, которая училась в столице, которая позирует ему, причем позирует даже обнаженный, что было, в общем-то, мягко говоря, нетипично для приличной еврейской девушке. А именно в доме то и он сначала мельком видит какую-то девушку, но не обращает на нее внимания. А вот потом, потом он идет вместе с Тей, кстати говоря, по Витебску переходит реку через мост и встречает вот встречает эту чудесную чудесную барышню. И вот это описание их встречи из книги «Моя жизнь» оно же удивительное совершенно, потому что Спустя годы после этого шагал, видимо, заново переживал все эти ощущения. Она молчит, я тоже. Она смотрит о ее глаза, я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все, мое детство, мою теперешнюю жизнь, что со мной будет, как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз, и я понял, это моя жена. На бледном лице сияют глаза, большие, выпуклые, черные. Это мои глаза, моя душа. Надо же, она, она, видимо, чувствовала то же самое, потому что в своих воспоминаниях она написала тоже о глазах молодого художника, который смотрел на нее так, что что дрожь пробегала. Вот пережить подобную встречу, наверное, об этом мечтают. Ну, если не все, то очень многие, по крайней мере, очень многие. Белла стала, не знаю, ну, можно сказать, музой, конечно, но это не то будет. Она стала для Шагала всем на какое-то на долгие-долгие годы. Она стала появляться на огромном количестве портретов, написаны ли они были с натуры или как вот этот с фотографии. Но она действительно стала для Шагала абсолютно всем. Именно любовь окрылила художника, и он рискнул вновь поехать в Петербург, и теперь уже судьба как-то была к нему более благосклонна. Он познакомился с Львом Бакстом, нашлись какие-то какие, -то, какие -то спонсоры, которые выделили ему деньги, и вот Шагал уже в Париже, он видит весь мир, видит все достижения европейского искусства, и несмотря на то, что их с Беллой разделяют тысячи километров, он все равно наполнен, э, наполнен любовью и всем и чудесными совершенно э, ощущениями. Он на подъеме, и у него все получается. И вот уже выставки сначала в Париже, потом в Берлине. И ненадолго из Берлина он едет на побывку в Витебск. Но 14 год, лето, война, он не может уже вернуться в Европу. И вынужден на долгие годы остаться в России. Сначала в Российской империи, потом в Советской России. Любовь – удивительная вещь. Она выстроила некую не стену, а хрустальный купол вокруг Шагала и Беллы. Ну, сами посудите, на улице война, там революция, гражданская война. Все это где-то вот в параллельном мире. А в мире Шагала люди начинают взлетать. Вот как на этой замечательной картине, день рождения, создание которой Белла очень подробно описывала, я все еще держала цветы. Ты так и набросился на холст, он бедный задрожал, у тебя под рукой кисточки окунались в краске, разлетались красные, синие, белые, черные брызги, ты закружил меня в вихре красок, и вдруг оторвал от земли и сам оттолкнулся ногой, как будто тебе стало тесно в маленькой комнатушке. Вытянулся, поднялся и поплыл под потолком, вот запрокинул голову, повернул к себе мою, вот коснулся губами моего уха и шепчешь, и вот мы оба в унисон медленно воспаряем в разукрашенной комнате, взлетаем вверх. Нам хочется на волю сквозь оконные стекла, там синее небо, облака зовут нас. Тогда 14, 15, 16 годы Шагал создает целые серии работ, с любовниками, розовые любовники, голубые, серые. И на каждой из этих картин изображена Белла и он сам. Потому что любовь, она побеждает все невзгоды, любую ситуацию может переломить. И Шагал, он абсолютно растворен в своей любви. Совсем скоро они поженятся, это будет 15-й год. И с тех пор Образ невесты, образ ангела всегда будет, ну не всегда, но очень часто будет появляться на его работах. Конечно же сейчас существует масса интерпретаторов работ Шагала, которые обязательно говорят о том, что ангел это не просто ангел, а это некий мост между миром реальным и миром фантастическим, что невеста это некий тоже возвышенный символ. Может быть и так, Шагал не оставил каких-то подробных трактований своих произведений. Может быть, и так. А может быть, это просто воспоминание о том дне, когда Белла стала его женой. Несмотря на все сложности, действительно, Шагал переживает уникальные, э, уникальные чувства, наверное, в то время. Вот это одна из, наверное, лучших его работ, созданных вообще, когда бы то ни было, ну, уж в тот-то период точно. Она хранится в Третьяковке. Маленький город с покосившимися домиками, заборами, с сараями. Ну, жители Витебска узнают и церковь, и красный дом этот. Ну, неважно, под вот кусочек обычного земного мира, над которым парят абсолютно счастливые люди, замершие в своем вечном объятии. Наверное, это... Это же не просто некая символическая картина или, э, как скажет как имело бы смысл говорить, если анализировать ее с художественной точки зрения, да, здесь заметны элементы кубизма, еще что-то, но важно это, наверное, самое важное это другое, самое важное это способность человека раствориться в своей любви и подняться над всем этим миром. Жизнь была, в принципе, шагал благосклонно. благосклонна. Он пережил революцию, он поработал на советскую власть в Витебске. Он э, оказался в Москве, достаточно быстро понял, что новая власть, новый мир э, не понимают и не принимают его искусство. Ему повезло в 1923 году, он успел уехать из советской России вместе с женой с дочерью, его сначала Германия, потом Франция, и вот уже успех, вот уже выставки, он даже становится гражданином Франции, мы не сразу дали гражданство, потому что опасались его сотрудничества вот с советской властью, которая была Витевским, но он все получает, и вроде бы уже все неплохо, а тут к власти нацисты приходят, и его работы, как и работы многих других художников, объявляются дегенеративными, в Германии их даже сжигают, он Ему опять везет, он очень вовремя успевает уехать из Европы. В 1941 году оказывается в Америке. И в Америке известный художник из самого Парижа. Он достаточно быстро получает свою долю популярности, свою долю известности. Выставки, продажи, все неплохо, но во Францию хочется обратно. И вот заканчивается война, он уже... Они уже купили билеты, но Белла заболевает, и буквально за несколько дней сгорает на руках у Шагала. Это была, был тяжелейший удар для него. Почти год, ну, 9 месяцев он не подходил к Мольберту. А потом появляется вот эта работа, которая называется «Свадебные огни». В ней он словно бы выплеснул свою боль, свои страдания, свои переживания. Конечно же, время лечит. Со временем у Шагала появилась и другая спутница. Потом он и вовсе еще раз женился на совсем другой женщине. Но образ Беллы был с ним всегда. Даже покинув его на этой земле, она продолжала его вдохновлять, потому что, если посмотрите на поздние работы Шагала, и вот, вот вот невеста, вот профиль знакомый, вот ангелы. Когда Шагал был еще совсем-совсем юным, в Витебске цыганка ему предсказала, что он будет любить одну женщину необыкновенную, двух обыкновенных. Так и произошло. Правда, тогда Шагал ей не поверил, она много глупостей ему наговорила. Мальчишке в Витебске, в Витебске сказала о том, что он будет художником, которого узнает весь мир мальчишке в Витебске сказала, что он, его ждет необыкновенное будущее. Предсказала она ему и то, что он умрет в небе. А так и получилось. Он, будучи уже очень пожилым человеком, закончил работать у себя в мастерской и на лифте поднимался в жилую часть дома. Там же в лифте умер. Действительно в полете. Но можно говорить, наверное, о том, что умер он абсолютно счастливым человеком. А Каким еще может быть человек, которому довелось пережить такую любовь? Историй подобных огромное количество, но на этом мне, наверное, сегодня хотелось бы уже закончить. Еще раз праздником вам всего хорошего, и пусть сердца ваши будут наполнены любовью, которая, как известно, всем управляет. Спасибо.